Это песня о проблеме воспитания и ее простом решении. За всю свою жизнь Арсений не получал ремня. В попу его целовала с рождения вся его семья. В ласке и неге купался наш маленький король. А он взял и сделал тату в 15 над бровью слово «боль». Но ремня из-за этого он не получил и остановиться не смог. Не смог! Взял и в себе на всю щеку набил пентаграмму череп и гроб. Глаза он черной тушью залил, без исхода столбу наколол. Разрезал язык и клыки наточил и вколол себе брови синтол. А-та-та-та! Дядя по попе рукой. А-та-та-та! Это полезная боль. А-та-та-та! По мягкому месту ремню. А-та-та-та! Скажут спасибо потом. Спасибо потом! Наташу ни разу не били по попе отец и мать. Ведь всей семьей в эту попу любили детство ее целовать. Росла недотрогой принцесса, ей нравилась эта роль. Но сразу, как только закончилось детство, она полюбила путь. Когда воском горячим поливают носики, когда красный шарик во рту. Когда чуть-чуть кровоточит пирсинг и душ от боли течет по лицу. Когда в шее занозы от дыбы, когда в соль окунают плеть. Наташа сама все это любила, любила она это. Смотри, а-та-та-та, дядя по попе руку, а-та-та-та, это полезная боль, а-та-та-та, по мягкому месту ремню, а-та-та-та, скажут спасибо потом, спасибо потом. Наташа и Арсений, две родственные души. Их попы всю жизнь искав приключений, в итоге друг дружку нашли. Он тату с ее именем сделал, чтобы вместе с ней умереть. Она с ним всю жизнь прожить захотела, на него было больно смотреть. И так как ремни и плети типичны для этой семьи, то хочется верить, в итоге их дети нормальными станут людьми. Станут людьми. А-та-та-та! Спасибо потом! Спасибо потом!